Нурсултан Розибоев терпит первое поражение в UFC. Выжил в третьем раунде, но проиграл Хоакину Бакли единогласным решением. Бой стал главным событием турнира UFC Fight Night в Сент-Луисе, родном городе Бакли. Оценки судей 30-27, 30-26, 29-27. 30-летний Бакли отстоял 11 место в рейтинге полусреднего веса. После перехода в этот дивизион американец выиграл все 4 боя. Теперь у Бакли 19 побед, 6 поражений в ММА и 9 побед и 4 поражения в UFC. 30-летний Розибоев впервые в UFC бился в полусреднем весе. Предыдущие 2 боя он провел в среднем весе. Из-за поражения от Бакли у Розибоева прервала серия из 10 побед. Все выиграл в первом раунде. Его рекорд в ММА стал 34 победы, 9 поражений, 2 ничьи. Куат Хамитов единогласным решением судей проиграл Александру Шлеменко. Казахстанец не смог толком ничего противопоставить шторму. Двое судей даже поставили по итогам 3 раундов 30-26 в пользу россиянина. Теперь рекорд Куата 26 побед, 8 поражений, 2 ничьи. А статистика Александра 65 побед, 15 поражений, 1 ничья. Шлеменко уже 1 июня проведет следующий бой. Соперник Екертис Миллендер. 21 победа, 9 поражений. Имеющий опыт выступлений в UFC и PFL. Казахстан стартовал с победы над Францией 3-1 на чемпионате мира по хоккею. Следующий матч сборной Казахстана проведет сегодня против команды Словакии. Начало в 15:20 по астанинскому времени. Ошибка ценой в репутацию. Судья игры Лиги чемпионов Реал Бавария Шимон Марчиняк отстранен от работы на матче открытия Евро-2024. Все из-за того самого эпизода с офсайдом, который лишил мюнхенцев дополнительного времени. Справедливо.